Всем привет! Сегодня я вас научу тарировать бортовой компьютер на ВАЗ-2110, 11, 12, то есть 10 семейства. Для этого вам нужен либо еще один насос, либо тот, который стоит. Вам нужно достать его. И смысл в том, что, смотрите, вот эту мы отцепляем вверх, сам поплавок вот этот вот, чтобы он нам не мешал. То есть оставляем сам датчик. И вам нужно разделить эту шкалу на 13 раз. В принципе, вы можете на 13 равных частей отметить карандашиком. Я буду делать вручную. И вам нужно перемещать этот датчик. То есть, вот сейчас он в нулевом положении, бак пустой. Здесь у нас будет полный. 13 раз до сюда. Сам моторчик мы отключаем, чтобы он нас не жужжал. То есть, мы отключили от нашего насоса. Я подключил к этому. Теперь идем к бортовику. Переходим в режим показания уровня топлива. Это вот вторая кнопка. И потом нажимаем плюсик. Вот 24 литра баки показывают. Хотя сейчас на нуле. Зажимаем теперь вот эту кнопку. 0. Теперь нажимаем вот эту кнопку. Появилось 3 литра. Нам нужно залить как бы 3 литра. Идем к насосу. И начинаем потихонечку двигать с расчетом, что нам его передвигать 13 раз. Это 3 литра. Идем опять к бортовику. Нажимаем еще раз эту кнопочку. 6 литров пошли туда. И так 13 раз. Затем, когда уже будет здесь 39 литров, бортовик автоматически выйдет из этого режима тарирования. И вот в итоге у меня значение 26 литров. Сейчас больше полбака. Ну, соответствует действительности. То есть бензин остался на 356 километров расчет. То есть если эти показания не точны, ну повторите еще раз тарирование таким же образом. Кому помог, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Всем удачи, пока.